Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня я решил сделать для вас небольшой обзор автомобильных марок, которые выставлены на продажу в городе Дюссельдорфе, в Германии. Сейчас мы находимся на территории автохауса Готфрид Шульц, который относится к концерну Volkswagen. Как вы знаете, концерн Volkswagen включает в себя не только исконно немецкий автомобиль Volkswagen, но и такие марки, как Skoda, Seat, Porsche. Ну, до них мы еще доберемся. Вот так выглядит территория автохауса в Дюссельдорфе на Кетвигерштрассе. Вот такой небольшой Volkswagen GTE 2019 года выпуска с пробегом около 40 тысяч. Стоит 25 950 евро. Автомобиля объем двигателя почти 2 кубика. 245 лошадиных сил, климатроник, автоматическая коробка передач, ну, со всякими наворотами машинка. Следующая машина, которую я хотел бы остановиться, это Volkswagen T-Roc 2020 года выпуска и с пробегом всего лишь порядка 8-9 тысяч. 150 лошадиных сил, объем двигателя 1,5 кубика, цена, да, приличная, 27 950 на автоматике, ну и со всякими наворотами современными. Вот здесь рядышком в белом исполнении такая же модель автомобиля Volkswagen T-Roc. Данная модель также 2020 года выпуска, также 150 лошадиных сил, с более высоким пробегом, порядка 20 тысяч, и стоимость, соответственно, на 1 тысячу ниже, около 27 тысяч евро. Вот это достаточно свежая модель, 8-й Гольф, выпуска конца 2020 года. Пятьдесят лошадиных сил, пробег
50 километров и стоимость 30 790 евро. Автомобиль также на автоматике. Навигационная система имеется. Ассистент парковки спереди и сзади. Камера заднего вида. Ну и так далее. Следующая моделька — это Volkswagen Passat с объемом двигателя 1.4 2019 года выпуска. С пробегом 21-22 тысячи километров и стоимостью порядка 36 тысяч евро. Приличный автомобиль, 156 лошадиных сил, что вполне достаточно, чтобы разогнаться на немецком автобане. Ну и абсолютный мой фаворит на сегодня — это Volkswagen Touareg 2019 года выпуска. Стоимостью 62 940 евро. С полным приводом. 286 лошадиных сил. Машинка уже с момента выпуска успела накатать 28 тысяч километров. Имеется вся комплектация, которая только может быть в современном автомобиле. Шикарная модель премиум класса. Вот и рядышком в черном исполнении стоит такой же брат Touareg. И напоследок, для любителей серебристого металлика, можно остановиться на вот таком варианте Touareg, который стоит приблизительно столько же. К сожалению, цены нет. Я так полагаю, эта модель еще более новая, скорее всего, 2020 года выпуска. Для любителей ретрокаров появилась вот такая новая модель ID4 от Volkswagen.